Тема 850. Красивые номера на авто. Автомобильными номерами в нашей стране торговать нельзя, а желающих купить красивый номер много. Хотя если попадете в неприятную ситуацию, в которой лучше бы остаться незаметным, запоминающийся номер может сыграть против вас. На этом интересе решил сыграть предприниматель, организовавший биржу продажи автомобильных номеров. Gajnumeras.ru. Вообще, сайтов, продающих такие автономеры, очень много. Но вот именно вышеуказанный сайт продает такие номера. 1. Легально. 2. По всей России. 3. Обеспечивает полную юридическую поддержку по приобретению и продаже автономера. Дело в том, что так как автомобильными номерами в нашей стране торговать нельзя, но никто не запрещает продавать автомобиль вместе с номером. Автор сайта придумал технологию легальной продажи номера через его продажу вместе с автомобилем, а потом обратную продажу автомобиля без указанного номера. Разница в цене и составляет цену самого номера. Самый дешевый автономер на бирже стоит 5000 рублей. Верхний предел ничем не ограничен. Самый дорогой номер, что я увидела, стоит чуть больше 1,5 миллиона рублей. Муж мне рассказывал историю про соседа, который купил автомобиль с красивым номером 555, буквы какие, не знаю, по цене, на 20 тысяч превышающей рыночную стоимость автомобиля. Владелец автомашины сказал: хочешь покупать с номером, плати на 20 тысяч рублей больше, не хочешь оставить номер, ради бога. То есть все вполне легально, никто не запретит продать автомобиль дороже рыночной цены на сколько-то тысяч рублей. Продать незнакомому человеку свой автомобиль с номером, а потом получить обратно без номера. Провернуть такую сделку без юридического сопровождения сложно и рискованно, особенно если вы покупаете номер из другого региона. И хотя мне эта понтовость непонятна, ну, какая разница, круглый автономер или нет, если есть спрос, будет и предложение, пусть даже на первый взгляд не совсем легальное. Кроме того, любой обладатель интересного газ-номера может заработать при помощи этой биржи. Зарегистрируйтесь, укажите номер своего автомобиля, назначьте цену и просто ждите, когда покупатель вас найдет, а посредники сделают все за вас, всю черную юридическую работу. Подобных схем, наверное, можно и в других сферах найти. Например, в недвижимости, где, чтобы не платить подоходный налог с продажи квартиры, указывают ее цену ниже 1 миллиона рублей. Или продажа прописки из той же оперы. Сама биржа красивых автономеров зарабатывает проценты с каждой сделки. То есть она всегда будет в плюсе, вне зависимости от колебаний цен. А если вы заняты в сфере автострахования, купли-продажи автомобилей или каким-то боком имеете отношение к этой сфере, можете примкнуть к большому отряду представителей газ-номера РУС и тоже получить свой процентик от желания автолюбителей продать или купить красивый номер. Номер найдете на сайте биржи, пункт меню сотрудничества.